384 пункта приема граждан развернуты в Алматы на случай новых подземных толчков. В качестве точек сбора круглосуточно работают образовательные учреждения. Около 200 пунктов открыты в школах, почти 120 в детских садах, 15 в вузах, 20 в колледжах и еще 5 на стадионах. Они готовы принять по нескольку сотен, а то и тысяч человек. По последним данным МЧС, там разместились почти 400 горожан, из них 39 детей. А в Алматинской области на базах школ и детсадов подготовлено 173 приемно-эвакуационных пунктов. Их адреса, а также телефоны горячей линии размещены на сайтах акиматов и департаментов по ЧС.